Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня печем вот такой красивый торт. Готовим бисквит. В первую очередь белки отделяем от желтков. Белки взбиваем сахаром. Белки готовы. Сейчас взбиваем желтки. Постепенно добавляем кипяток. Соединяем обе массы. Добавляем разрыхлитель, какао и муку. Вот такое тесто у нас получилось. Пергаментную бумагу смазываем маслом.
Выкладываем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем палочкой. Убираем пергаментную бумагу. Заворачиваем в рулет и даем остыть. С таким же способом я испекла еще один корж. Даем им остыть. Разделяем на три части. Готовлю крем. В миску добавила сливки, сыр маскарпоне, сахарную пудру и взбиваю. Крем готов. Собираем торт. Бисквиты пропитываем кофе и смазываем кремом.
кофе можно добавить коньяк. Заворачиваем в рулет. Отправляем торт пропитаться в холодильник на 7-8 часов. Достаем торт из холодильника и украшаем. Вот такой торт у нас получился. Сейчас мы порежем. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного чаепития!